أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим в первую очередь принести свои соболезнования в связи с гибелью дочери посланника Аллаха, госпожи Фатимы Захры, саламуллаху алейха. В связи с этим трауром, с этими событиями, мы пригласили в нашу студию уважаемого гостя Худжат Ислам Валь Муслимин, шейх Курбана. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Курбан, на прошлых передачах мы начали, затронули именно тему, одну из тем, которая связана с этими событиями. Даже, можно сказать, это было предисловие. Вы объясняли, что Аллах дал человеку выбор, какому пути следовать ему, то есть быть верующим или быть неверующим. И Аллах заранее знал об этом, каким будет человек. Хотелось бы продолжить ту тему, которую начали на прошлых передачах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и также приношу свои соболезнования. Мы говорили о В первую очередь говорили о роли ее светлости, Фатимату Захра, саламуллаху алейха, в истории человечества. Мы говорили о том, что ислам имеет особый взгляд на историю, на окончание истории, и роль этой истории, философия этой истории, смысл этой истории. На все это ислам имеет свой исключительный взгляд, отличный от всех остальных взглядов, так же, как и во всех остальных вопросах, ислам имеет на все свой уникальный взгляд и уникальность и свои критерии. Да, чудесность священного Корана, чудесность исламского учения, то есть то, что это является чудом, в этом и заключается, что оно ни на что не похоже, учение ислама ни на что не похоже. Ислам, мы уже говорили об этом, имеет особый взгляд на историю, особый взгляд на философию истории, смысл этой истории. И с точки зрения ислама ни в коем случае история и процессы, которые происходят в человеческом мире, эти процессы ни в коем случае не являются случайностью и чем-то бессмысленным. Ни в коем случае, даже самая мельчайшая деталь в человеческой истории имеет особое значение в этой истории. Ну и важнейшая точка человеческой истории – это окончание, это кульминация этой истории, кульминация человеческой истории, к которому весь процесс, весь этот исторический процесс идет человечество, к этой кульминации, к этому завершению. Ну, здесь очень многое сказано, и аят Священного Корана по этому поводу очень много имеется. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, например, в одном из аятов, «Осветится земля светом своего Господа». Это, если очень коротко, кульминация истории, человеческой истории, проявление света Бога, проявление божественного света во всей его красоте, во всем его великолепии. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. Это, если говорить языком Священного Корана, языком преданий, языком ислама, просто и ясно, то так, скажем так, как понятно, в принципе, каждому человеку, без всяких там терминологий философских, научных и так далее. Человечество осветится, вся земля осветится светом Бога, единого Бога. То есть, если мы сейчас, это очень важно, это один из важнейших тем Священного Корана, на который обращается внимание Священный Коран, и во множестве аятов об этом сказано, об этом рассказано, что есть борьба, борьба между светом и тьмой. И внешне какой-то период человечества тьма покрывает свет. И здесь мы обнаружим множество аятов. Например, сказано, то есть и свет Бога объяснен определенным образом. Например, в следующих сурах. «Вашшамси ва духаха», сказано в одном из аятов Священного Корана. «Клянусь солнцем и
ее светом солнца, свечением солнца. Этот аят означает внешне одну вещь, но в силу того, что аяты священного Корана имеют множество уровней понимания, множество уровней смысла, каждый из которых ни в коем случае не противоречит другому, и мы наряду с этим имеем от непорочных толкования данного аята, что под солнцем здесь подразумевать его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и это не переносный смысл, это не... Это есть смысл солнца, то есть его светлость есть то самое бытие, которым освещается все остальное. Точно так же, как и во Вселенной, все, то есть в этой солнечной системе, все получает выгоду, получает пользу от света солнца, точно так же и все творения получают пользу от света его светлости, посланника Аллаха. От, если хотите, если говорить, выражаться чуть иначе, от учения его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Валькамари идэ таляха» – далее сказано в следующем аяте. «И клянусь луной, которая следует за... следует без перерывов, без расстояния таляха». То есть здесь никаких расстояний между ними нет. Между солнцем и луной никаких расстояний нет. «Следует за ним сразу». Здесь мы в преданиях обнаружим, что под «камар», то есть под луной, подразумевается его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. «Ваннахари иза джалляха» – «И клянусь днем, когда день проявляет свет солнца». Под днем подразумеваются имамы. Имамы из непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, согласно толкованию внутреннего смысла священного Корана. И далее... То, о чем мы хотели, на что мы хотели указать. То есть эти имамы проявляют свет, они являются причиной проявления этого света, его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Проявление учения, они являются носителями учения его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Точно так же, как солнце проявляется днем, так же и свет и учение его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, проявляется через этих имамов, через этих непорочных имамов. А в следующем аяте «Валляйли ида яршаха» – «И клянусь ночью, которая покрывает свет солнца, покрывает солнце, скрывает это солнце». Здесь уже «Аиммат льджоур» подразумевается, согласно толкованию имамов, непорочных имамов. То есть под ночью подразумеваются имамы и предводители неверия, многобожия, куфра и несправедливости и гнета. Имамы. Эти имамы есть та самая ночь, которая покрывает это солнце. Они не дают этому солнцу проявиться. Эти аяты и множество других аятов ясно дают понимание о столкновении света его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с этой тьмой, с этой ночью, которая покрывает. И во многих других аятах сказано. Например, если мы обратимся к священной суре Нур, здесь в одном из аятов этой суры, суры Нур, это 24-я сура, говорится следующее. Говорится о свете. Здесь эта тема, обсуждаемая нами тема, более-менее... Большей части затронута в этой суре, в суре Нур, в суре Свет. Это аят 35, или же в следующих аятах, последующих аятах, таких как, например, 39, 40 и так далее. То есть здесь эта тема более подробно затронута, столкновение. В 35-м аяте Всевышний приводит пример. Приводит пример своего света. Свет, естественно, вне всякого сомнения, его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является солнцем, согласно толкованию предыдущего упомянутого аята. Но это свет, дарованный, это учение, это откровение, дарованное Богом. И это свет Бога. В этом аяте, 35-м аяте суры Нур, Всевышний говорит «Аллах нуру самавати валь ард».
что Он, единый Бог, является светом небес и земли. И далее приводит, каков Его свет, что Он из себя представляет. Пример приводит. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. То есть, если приводить пример света Бога, то это свет, то это подобно некой лампе. Мешкат по-разному переводится, если здесь имеются разногласия относительно того, от чего это слово вообще произошло, от слова мешкат, от чего это произошло. Некоторые говорят, что не то чтобы некоторые, это есть, то есть есть один корень, это эфиопский, хабашитский корень, и это означает окошко, небольшое окошко. Мешкат, это если хабашитский. Но если говорить об арабском корне, но он немного сложнее, то здесь сложнее понять, что здесь подразумевается. Например, это возьмем это толкование, окошко. То есть это некое окошко, но обычно мешкат это используют в значении лампы. Пример света Бога подобен этой лампе, в которой находится миспах, в которой находится огонь, в которой находится свет. Миспах, то есть вот я не знаю, как на самом деле. Светильник, ну, даже вот как-нибудь так можно перевести. Светило. Светило, да. Ну, то, что находится обычно в лампе, вот это называют миспахом. То, что горит, да, то, что излучает свет. То есть это лампа, в которой находится внутри, которой пример света Бога подобен лампе, в которой находится свет. И этот свет, аль-миспахом физу-джаджа. Свет находится в стекле. Аз-зуджаджату ка'аннаха кавкабун дуррийюн юкаду мин шаджаратин мубаракатин зайтуна. И это стекло похоже на звезду, жемчужную звезду. Подобно жемчужной звезде готово разгореться разгорается от благословенного оливкового дерева шаджаратун мубаракатун зайтуна ла шарқия ва ла гарбия, не являющейся ни западной, ни восточной. Якаду зайтуха юдиу ва лау лам ямсасху нарун, готова разгореться, даже если ничем не поджигать, то есть настолько оно готово к этому. Нурун аля нур, свет над светом. Яхди Аллаху линурихи ман яша, Всевышний направляет к своему свету, кого пожелает. Ядрибуллаху ламсаля линнас. Это пример, который приводит Бог для людей. Валлаху бикулли шайин алим. Итак, здесь разные толкования имеются, мы здесь обнаруживаем. Одни одно догадываются, другие другое догадываются. Но у нас имеется предание. Человек Курбан, давайте вот именно толкование после небольшой паузы. Уважаемые телезрители, мы вынуждены прерваться на небольшую паузу, после чего продолжим давать толкование этому аяту. Оставайтесь с нами.
Уважаемые телезрители, мы прервались небольшую паузу, до которой говорили об аяте и хотели дать ему толкование. Уважаемый шейх Гурбан, вы прочитали аят, где указывается пример на то, что значит свет Аллаха. И мы хотели перейти именно к толкованию этого аята. Да, Бог является светом небес и земли, и пример его света подобен лампе, в которой находится свет, и этот свет находится внутри стекла. И далее, то, что было разъяснено. От имама Саады, алейхиссалату вассалам, имеется предание, это предание дошло до нас по достоверному иснаду в Усуль Кафи. Здесь говорится, что Мишкат – это ее светлость, Фатимату Захра, саламу алейха. То есть лампа – это ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха. При всем том, что мы ранее говорили, это все на своем месте, то есть я хочу, чтобы картина была полная. Фиха мисбах. В этой лампе имеется свет, некий свет. Ну и далее здесь имеется, на самом деле, хадис довольно-таки подробный, довольно-таки длинный. Здесь, например, «Мин шаджаратин мубаракатин зайтуна ла шарқия ва ла гарбия». Здесь имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что здесь имеется в виду его светлость Ибрахим, алейхиссалату вассалам, который не был ни иудеем, ни христианином. И этот свет берет свой источником этого света, из которого берет свой огонь, именно из этого дерева, из дерева его светлости Ибрахима, алейхиссалату вассалам, и так далее. Ну, здесь другие также, например, очень важные моменты. Нурун аля нур. То есть это лампа, в которой находится свет, мисбах. Этот мисбах находится внутри зуджаджа, то есть внутри стекла. Нурун аля нур. Но здесь в самом мисбахе есть свет над светом. Нур аля нур. И нур аля нур здесь толкуется. Ну, я все толкование не привожу, потому что это займет довольно-таки много времени. Нур аля нур, имам Садык, алейхиссалату вассалам, толкует как имам над имамом. То есть здесь имам после другого имама. Имам из семейства Фатимы, потому что это мисбах. Мисбах находится внутри мешката. Мешка – это Фатимату Захра, саламу Аллаху алейха. А все эти имамы, последующие имамы, произошли от нее. Не могу сказать, что тоже называть мисбах аль-Худа. Светило. Все эти имамы являются мисбах. Да. Но все эти мисбахи находятся внутри этого мешката, хранилищем и чем-то оберегающим. То, что оберегает этот мисбах, этот свет этих имамов, является ее светлость Фатимату Захра, потому что здесь Бог уподобляет ее мишкату, этой лампе, в которой этот свет находится, этот мисбах находится, этому окошку, если хотите, некое окошко, из которого излучается этот свет, который является неким порталом, неким путем к выходу этого света наружу. И здесь мы видим, что это колоссальная роль ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха. Здесь мы в совокупности тех событий, которые произошли, в том числе и в частности после его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, мы должны всю эту картину для себя составить, полную картину, и учитывать в частности, то, что будет в последующем, и учитывать роль этих имамов. История, как я уже говорил ранее, эту роль, эту великолепную, эту неповторимую, эту невероятную роль, которую сыграла ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха, в человеческой истории, историки, исследователи истории эту роль понять не могут. Но Бог в Священном Коране уподобляет ее, говорит: «Масалу нурихи ка мишкат фиха мисбах». То есть свет Бога, Аллах нуру самавати валь ард. И это тоже, мы
никоим образом не хотим и не можем ограничивать роль ее светлости Фатима Тазахра, саламу алейха, человеческой историей, человеческим обществом, человечеством и землей не можем ограничивать, потому что Аллах нуру самавати валь ард, потому что Бог является светом небес и земли. Все освещается светом Бога, а свет Бога подобен мешкату. Мешкат – это Фатима Тазахра, саламу алейха. И благодаря ей этот свет излучается, распространяется этот свет. И, как я говорил, эту роль ее светлости Фатима Тазахра, саламу алейха, ее невозможно понять простым историческим исследованием, и вся полнота этой роли доступна только через откровение, через понимание целей откровения, через понимание целей человеческой истории, к чему должно прийти человечество. Немножко историческую сторону, если мы захотим затронуть, чтобы немножко пролить свет, наверняка некоторые из наших телезрителей в той или иной мере понимают это, но все-таки я думаю, что я все это рассказываю с учетом того, что у меня уже имеется представление, у меня перед глазами вся эта картина, но все-таки, когда я объясняю о роли ее светлости Фатима Тазахра, саламу алейха, возможно, здесь наши телезрители не поймут в полной мере, о чем здесь идет речь, и полной картины иметь не будут. Хотя я не думаю, что мы сможем даже через это объяснение все полностью раскрыть. Но общая картина здесь в Священном Коране имеется. Но все-таки укажем на очень важные моменты из истории ислама, в частности, в особенности из истории ислама. Его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, который, согласно убеждению всех мусульман, без исключения принес уникальное учение. «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ль-ислам дина». То есть сегодня я усовершенствовал над вами, совершенствовал для вас вашу религию и завершил над вами свою милость и доволен исламом как религией. Этот аят говорит о совершенстве религиозного учения, совершенстве исламского учения как религии, о том, что это является завершенной милостью Всевышнего ислам. И здесь мы очень многие выводы можем сделать, очень далеко идущие. Мы здесь целые тома можем написать на основе этого аята. Это совершенное учение, не предполагающее изменений, не предполагающее дополнений, потому что оно совершенно, нечего дополнять. И принеся это учение, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, столкнулся со тьмой, которая хотела покрыть этот свет, хотела скрыть это учение. Здесь мы, если будем внимательны, обнаружим две разные группы, которые стремились к этому. Две совершенно разные группы. Ну, эти две группы, в свою очередь, можно и поделить на более мелкие группы. Но если их главную разницу взять, она заключается в том, что были враги, которые были напротив его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но не все враги были таковыми. Были враги, которые были рядом с его светлостью посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Или другие, если говорить другими словами, были явные враги, были скрытые враги. На протяжении очень долгого времени, долгих лет, его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, сражался, как сказано в некоторых преданиях, сражался за неспослание откровения, то есть из-за того, что он получал это откровение, получал этот свет Бога, он столкнулся с сопротивлением и сражался на протяжении очень долгого времени, очень долгих лет, сражался с явными своими врагами. Это практически более 20 лет. То есть большую часть своей пророческой миссии до тех пор, пока не была завоевана Мекка, и мекканцы, которые были
знаменосцами, и были руководителями, и были лидерами этой борьбы против ислама, против его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пока они не сложили оружие и не покорились. Именно покорились. Покорились исламу. Но опять-таки эти детали не буду затрагивать. Очень коротко скажу, что сама война-то начата была именно ими. То есть ими никто этим неверным, этим многобожникам никто не навязывал ислам, никто их не заставлял принимать ислам, и никто не убивал и не преследовал их за то, что они являются многобожниками. Это долгая история, и в деталях, если ее разбирать, здесь очень многие интересные факты. Например, тот же самый договор, который был заключен между его светлостью посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и мекканцами, он гласил о том, что мекканцы не должны вмешиваться в жизнь арабов, арабских племен, и указывать им, принимать им ислам или не принимать. Вот вот за что было. Потому что мекканцы были против того, чтобы арабы устремились в сторону ислама. Они были против и, как следствие, преследовали, вводили санкции, не знаю, ограничения, и отбирали имущество, порой убивали даже. Да, как, например... Мама Майрасира. Да. Например, родители Амара ибн Ясира, одного из выдающихся сподвижников его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это были явные враги, которые заняли очень много сил и времени, но... В открытую вели войну. Да, но были и другие враги. И мы видим, что последние годы жизни его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он уже победил явных врагов, он потратил... именно на этих врагов. И здесь мы огромное множество деталей, фактов, огромное множество разных событий можем привести. Например, битва Табук. Битва Табук – это последняя из битв его светлости посланника Аллаха, последняя из походов его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. И это битва уникальна. То есть этот поход, на самом деле, не битва, потому что битвы это назвать... вряд ли можно. Этот поход крайне уникален. Уникален, например, в частности тем, что самый близкий из подвижников его светлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва салам, не сопровождал его светлость в этом походе. Это был единственный случай, когда его светлость не сопровождал его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом, в походах в его. Единственный случай. И здесь мы обнаруживаем множество интересных деталей, о которых не будем упоминать. Коротко скажем о том, что это было связано с тем, что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, опасался саботажа. Что сделал? Опасался саботажа. Опасался людей, которые оставались в Медине. Потому что в Священном Коране об этом сказано, в аятах Священного Корана, что они искали в этой битве, именно в битве Табук, и в преданиях это довольно-таки ясно видно. Да, подробно описано, что группа людей пытались уйти от этого похода, они хотели уходить в этот поход под разными предлогами, пытались остаться. Именно поэтому его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, оставил в городе Медина его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям. Ну и здесь мы сталкиваемся с этой сценой, с этим диалогом между ними, где пророк говорит, что ты подобен по отношению ко мне, Харуну по отношению к Мусе, с той лишь разницей, что после меня нету пророка. Уважаемый шейх Гурбан, к сожалению, наше время подходит к концу, если можно, и коротко да, завершить. Здесь мы, то есть мы видим, что в этой битве его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, опасаясь именно внутренних врагов, то есть мусульман, те, которые были мусульманами, опасаясь их, предпринял этот шаг. И здесь, конечно, есть что о чем сказать, и здесь все последние, последующие шаги, все последующие действия его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, направлены на борьбу с этим внутренним врагом, который, на мой взгляд, и по свидетельству многих текстов священных, Боже, является... на порядок аятов Священного Корана, согласно аятам Священного Корана, является на порядок опаснее того самого внешнего врага, который был побежден его светлости посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Но об этом уже мы не успеем поговорить, иншаллах. Да, лучше на следующих передачах. Спасибо большое, шейх Курбан. Спасибо. Иншаллах, ждем на вас на следующих передачах продолжить эту тему. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух.
Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. Но, иншаллах, на следующих передачах, посвященных этой теме, мы продолжим рассуждать и давать ответы на данные вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.